Всем привет! Как и обещал, сегодня я покажу, как подключаться к браслету Xiaomi Mi Band 1S с датчиком измерения пульса, как выглядит приложение, как его поставить. Сначала покажу, как оно работает, что в приложении можно делать и смотреть. Здесь я размещу увеличенное изображение смартфона. Вы можете посмотреть, там все удобно и подробно. Открываем приложение. Оно запускается. Сразу же оно находит браслет, отображает количество шагов. Свайпами влево-вправо можно переключать между просмотром сна, режима сна, и шагомера. Внизу отображается активность за несколько дней. Потянув вниз, можно обновить синхронизацию с браслетом. Нажав на шагомер, мы увидим подробную статистику по часам, сколько шагов сделали, сколько метров прошли и в какое время. Также отсюда можно переключиться на просмотр режима сна. Вот это режим сна. Время сна 6 часов 55 минут. Глубокий сон из них 40 минут. Это вот эти длинные полосочки. Быстрый сон 6 часов 15 минут. Это вот эти низкие широкие полосочки. Тапая на них, можно увидеть подробности, во сколько началось, во сколько завершилась фаза сна. Также можно посмотреть засыпание, пробуждение и бодрствование, сколько бодрствовал. Переключиться обратно можно также на значок. Также можно более подробно посмотреть статистику. Браслет можно использовать для разблокировки телефона. Для этого надо на телефоне включить режим блокировки за защитным кодом. И когда вы браслет подносите к телефону, телефон разблокируется сам. В настройках есть пункт измерения пульса. Нажимаем, открывается измеритель пульса. Сейчас я его одену на руку, потому что, не находясь на руке, он не будет измерять пульс. Тут снизу находится камера со светодиодами, которая как раз-то и измеряет ваш пульс. Одел на руку, нажимаю «Измерить пульс». Он начинает измерять пульс. Сейчас мой пульс 86 ударов в минуту. Он показывает, что пульс нормальный. Также можно посмотреть статистику измерений. Когда высокий, он говорит, что это высокий пульс. Так работает измеритель пульса. Также в настройках можно посмотреть заряд. Вот это подключенный браслет отображен. На него нажимаем. Показывается заряд и когда была последняя зарядка. Отсюда же можно найти браслет. Если нажать, браслет вибрирует. Задать некоторые настройки, где он находится. У меня на левой руке. Разблокировка браслета устройством. Здесь инструкция, что нужно включить, чтобы он разблокировал ваше устройство. Умная блокировка. Также настроить уведомления приложений, чтобы он вибрировал или показывал индикатором, что пришли какие-то сообщения от каких-то приложений. Помощник сна, это во время сна он будет периодически измерять ваш пульс для более точного определения фаз сна.
уведомлениями банд показывать оповещение при вибрации браслета. То есть, если браслет вибрирует, на телефоне еще дополнительно будет показываться сообщение. Уведомление активности – это когда вы проснулись, он вам сразу на телефоне покажет вашу активность фаз сна. Также версия прошивки и версия измерителя пульса. Вернемся назад, посмотрим еще какие пункты меню есть. Тут есть будильник. Можно поставить будильник, задать время, и он, основываясь на данных фаз сна, будет сам пробуждать вас в определенные моменты. Очень удобно, он будет только в быстрые фазы сна, и сразу чувствуете, он вибрирует. Также можно посмотреть профиль. Здесь ваш профиль, общее пройденное расстояние. Тут можно задать цель. Цель – это определенное количество шагов, которые вы хотите проходить каждый день. Когда проходите, он вибрирует о том, что вы прошли, выполнили цель. Единицы измерения. Здесь английская либо метрическая система. И килограммы и фунты. Ну и справка по браслету, по приложению. Также здесь есть возможность подключить аккаунты дополнительные, WeChat и синхронизация с Google Fit. То есть приложение будет все данные отправлять в приложение Google Fit. Там вы тоже можете смотреть всю статистику по вашему браслету, по вашей активности. Ну и поделиться, это можно отправить какую-то информацию в разные приложения. Twitter, Facebook, Line, фото и какой-то еще WeChat. Ну вот, в принципе, и все. Так он показывает статистику, собирает, очень удобно. Можно за несколько дней смотреть статистику. Вчера, позавчера, сегодня и так далее. Прям он записывает, сохраняет всю важную статистику.